Вы должны понимать, что основной ресурс в этом мире – энергия. И эта энергия, она выглядит в разных видах. Мы говорим энергоресурсы, например, газ, нефть и так далее. Что это такое? Это энергия солнца, которая законсервирована в жидкости либо в газе. Эта энергия меняется на деньги. А что такое деньги? Деньги – это тоже законсервированная, взаимообмениваемая энергия, которую мы наделяем деньги своей энергией.